наконец, это вы увидели! Шикарное попадание от Фердуна Адилова. И не было обесточен Михаил Мохнатки. Он прижимается к сопернику, пытается спастись. Вот такие удары. Полный маунт. Ничего себе. Михаил Мохнаткин просто выживает в этом третьем раунде. Очень тяжело приходится российскому спортсмену. Что удушающий прием. Заправил ноги. Но пока перейти к удушающему не может. Фридун Адилов. Все. Вот такая победа Фридун.